Сенсационная новость пришла сегодня из американской столицы. Там, по обвинению в содействии террористам ИГИЛ, арестован 36-летний работник транспортной полиции Вашингтона Николас Янг. Службу в этом силовом ведомстве он начал еще 12 лет назад, а в 2010-м подозрительные связи Янга заинтересовали ФБР. В 2011-м Николас Янг посещал Ливию, где, по его словам, помогал свергнуть Муаммара Каддафи. Благодаря длительной слежке ФБР удалось выяснить, что месяц назад Янг купил как минимум 22 электронных подарочных сертификата на общую сумму $245. Эти деньги должны были пойти на обеспечение защищенной связи между вербовщиками ИГИЛ и потенциальными террористами. Полицейский рассчитывал, что обеспечит секретной связью боевиков, но не подозревал, что передал сертификаты агенту ФБР под прикрытием. Николас Янг стал первым действующим представителем силовых структур США, которого обвиняют в пособничестве террористам. Американские власти отмечают, что угрозы работе и безопасности транспортной полиции Вашингтона мужчина не представлял. Николасу Янгу грозит 20 лет тюрьмы. Арест и официальное выдвижение обвинений столичному полицейскому прокомментировали в Белом доме. Министерство юстиции и официальные представители ФБР очень серьезно относятся к своей обязанности защищать американских граждан. И мы видим, как ФБР и прокуроры США делают заявления по всей стране об арестах и даже судебных приговорах в отношении людей, которые пытались оказать поддержку экстремистским организациям. Мы осознаем риск, который несут себе доморощенные экстремисты. И мы также осознаем, что часть стратегии экстремистских группировок по всему миру, включая ИГИЛ, это использование социальных сетей в процессе глобальной вербовки сторонников. Безусловно, США в этом вопросе не исключение. Поэтому ФБР и Министерство юстиции всерьез относятся к своей работе и используют все имеющиеся ресурсы, чтобы проводить необходимые расследования и делать все для защиты граждан США. Ранее директор ФБР Джеймс Коми высказал опасения относительно будущей стратегии группировки ИГИЛ. По мнению главы важнейшего силового ведомства США, в случае поражения Исламского государства на Ближнем Востоке сотни выживших боевиков могут пробраться в Западную Европу и Америку и совершить атаки, подобные тем, что уже произошли в Брюсселе и Париже. Также Коми напомнил, что с начала 2014 года в США были арестованы около 100 человек по обвинению в содействии террористам. Одной из главных задач ФБР глава бюро назвал отслеживание и изоляцию потенциальных доморощенных террористов, вдохновленных пропагандой в интернете.